История должна оставаться историей, правда должна оставаться правдой. Неважно, хорошая правда или плохая, это лишь с точки зрения разных людей. Факты есть факты. Это еще один стимул для меня работать в Беларуси над исторической правдой, потому что в Германии мало знают про историю вашей страны. Я бы не хотел, чтобы нас снова называли карателями, убийцами, дурным народом. Мне это чуждо. Но я хочу, чтобы правда оставалась правдой. Каждый народ может вспомнить страницы своей истории, которыми он вряд ли может гордиться. Необходимо оздоровление отношений, потому что война оставила огромную рану в душах белорусского народа, русского народа, а также глубокую рану и в душе моего народа, так как мы не можем открыто говорить про историю. У нас, похоже, это не приветствуется. Американцы в Германии тоже творили плохие вещи, о чем открыто не говорится, как и солдаты советской армии на территории Германии. И вся правда должна быть доступна. В моем понимании, оздоровление отношений и примирение возможны только лишь при условии, что факты будут в открытом доступе, и эти факты будут переосмыслены, а затем люди сядут за один стол и будут разговаривать друг с другом. Нельзя, чтобы одна сторона возвышалась над другой. Это нездоровые отношения. Должны быть отношения на равных, по крайней мере, я так считаю.